Итак, 5 июня 2021 года. Я у боженьки просил хорошую погоду. Ветра нет, полный штиль по ветру. Боря слегка волнуется. Речка Бельбек, вижу, пробила опять дорожку себе в море. Вот я специально на ней концентрирую внимание. Сегодня близко не будем снимать. Вот. Что у нас дальше? На пляже появился народ. Сегодня суббота, 5 июня. Вот такая ситуация на пляже. Пляж, конечно, не убран, убирать некому. Тина на пляже, на берегу. Мы это будем сами убирать, так понимаю, в этом году. Ну что по погоде, видите, над морем безоблачно, местами уже такие большие пятна безоблачные, кое-где еще облака есть. А над континентом, в смысле на полуостровом, облака, которые солнце пробивает свободно, то есть погода улучшается. Думаю, к обеду вообще может растянуть полностью. Ну, тепло, тепло. Ну, вода. Вода 17-18 градусов. Купаются те, кто с севера приезжают. Для них эта вода очень горячая. Для нас это очень холодная. Ну, вот вкратце обзор. Что-то по пляжу посмотрим. Что у нас на пляже внимательно кто-то есть еще, нет? Кроме там рыбачков, те извлеки я видел, так? Кто у нас тут? Практически пляж. Почти пустой. Кое-где так появляется народ. Ну, даже пытается в воду зайти он. Ну, вот вкратце все. Итак, утренний обзор закончен. Мы в Любимовке на пляже. То есть это я не на пляже, на горке стою, но вам показал весь пляж. Опять-таки возвращаюсь оттуда начал. Еще раз вернемся к устью реки Бельбек. Тут у нас вот рыбачки с удочками появились, вон видите. И речка у нас чуть-чуть пробила себе дорогу в море. Чуть-чуть, прям видно по волне. Значит, в горах дождик был хороший. Спасибо природе, пополняет наши озера, водохранилище. Так что Крым с водой.